Всем-всем привет! На этот раз мы будем делать... Я даже не знаю, как это сказать. Ну, в общем, угол обзора. Ну, вот как вы видите, уже он хорош такой. Прям, ну, круто. Такой рыбий глаз получается. Ну, расскажу я вам, как это все сделать. В принципе, ничего сложного. Заходим в консоль, это тильда рядом с цифрой 1. И вводим команду FOV. После этого мы набираем любое число. Вот у меня сейчас... Ну, 1000 нельзя, да? Вот сейчас у меня стоит 200. А, попробуем 300. Нет, 200, по-моему, максимум. 250. Есть что-нибудь? Нет, 250 нет. 150. Вот, он изменяется. То есть, 100. Ближе. Так, 10. 10, я вообще понимаю, что... Ой-ой-ой-ой-ой. Это прям такой на зуме со слона. Вот. В принципе, ничего сложного. Подбирайте под себя. То есть, как вам будет удобно, посмотрим здесь. В принципе, вот так вот нормально, видно много. FPS, конечно же, будет съедаться, потому что видеокарта будет захватывать больше изображения. Поэтому подбирайте реально под себя. Тут соточка, 120, нет, это слишком, наверное. Ну, в общем, суть вы поняли. О! От первого лица это выглядит вот так вот, смотрите. Прикольная тема получается. Вот можно прицелиться, правда, зума никакого нету. Руки, конечно, офигеть. Ну, то есть, 200%. А, боже. Да, Far Cry, господи. Fallout 4 не перестает удивлять. Еще можно... О, вот так вот можно. Прям в GTA. Можно играть в GTA, когда он еще ускоряется. О, мод. Вот таким вот, вот образом можно выбирать угол обзора. Прикольно получается. 60 FPS. А ну посмотрим, сколько будет FPS кушать на 10. Хоп. FPS сразу вырос на сколько? На 110. На 115. Делаем максимум. И 60 FPS просто уходит из-за того, что видеокарта реально жрет всю эту... Ну, все это расстояние ожирается видеокартой. Она загружается просто видеокартой. Сейчас вот мы играем вот на таком вот. Ну, сами видите. Жесть. Жесть получается, реально. А ну, 200 это у нас 80 FPS. Соточка. Ну, 40 FPS живет, да. Кушает еще, может, 60. О, стоп, 60. То есть, хотите повысить FPS, еще поменять угол обзора. Ну, конечно, вам придется его снижать. Например, сейчас 96 FPS. Так, 2 FPS за десяточку получается. Да. Ну, зато ничего не видно. А, оставляем я, наверное, 110. Вот, 100 FPS, я думаю, мне за глаза. При ускорении нет такого эффекта. Ну, можно поиграть как Tomb Raider, например. От первого лица по умолчанию у нас, по-моему, да, 75. Сейчас мы попробуем изменить его также на 100. Почему-то FPS поднялся, ну ладно. В общем, пробуйте, изменяйте. FPS тоже смотрите. Это программа Fraps, кто не знал. Вот. Колесико можно отодвигать, чтобы больше было видно. Еще раз вот таком вот возможности 120. Вот. То есть прикольная получается тема. Ну и напоследок, конечно же, мы посмотрим, как это выглядит на 200. С увеличением и с бегом. Я просто не могу. Мы играем за муравья, реально. Человек-муравей, Fallout 4, кто не знал. Он при приближении, кстати. Ну реально, охренеть. И ох, прям кажется, что скорость 200 у него километров в час. Такой спринтер. Ох, ох, ох. Давай, 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 братья. А где собака? Я потерял собаку. Блин, ну неважно, парни. Что ж, на этом все реально. Вот, кому помог? Ну тут уже, в принципе, вопросов не может быть. Все буквально видно. Все меняется вживую. Реально, кому помог, не забываем ставить лайки, честно. Мне приятно. Если что, подписываемся тоже. Будете в курсе всех событий насчет Fallout. Всем удачи, пока!